возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю! Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все норм. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. Хозяин, так не хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись.
Амля! Ничего себе!
Thank you.
Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это Одноглазый или Гонокор? Артём! Чё за... Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Обойти их. Не прикасайся к всему этому. Сосредоточься.
сторону, Артём. Переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. Смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же.
сосредоточься. На самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Чудовища возвращаются. Thank you.
Так оно и происходит. Живой пример. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, юноша. Защитникам может понадобиться помощь. Хан, сюда. Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый туннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на наши позиции. Фу.
разрушил это, а не место. 100 лет тут простоим, ни одного каравана не будет. Что? Господи Иисусе! Господи Иисусе! Thank you.
Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. И удачи тебе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами воют. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Просто дружеский совет. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу.
Лицом к стене! Обыск! Да хватит! Отстаньте, противные! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Вперед, быстрее! Берегись! Сюда! Пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Yes! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петросянишь? Ну-ка попробуй вот это! Вот это было получше! Ай, ну все одно слабо. Ты чё, мало каши ел? Принимаем этого. Посмотрим, как он пошутит на Лубянке. Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Вперед, быстрее! Берегись! Сюда! Пригнись! Туда! Thank you.
Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Аптечки, фильтры, ножи. Налетай, разбирай. Покупаю, продаю. Как хочешь, брат, как хочешь. Все нормально, мужики, он со мной. Давай, Артём, прыгай в яму. Видишь, там багажное отделение. Забирайся туда. Ну так что, мужики, двинули, а? Хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да.
Да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально. Подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. В армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я? Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Самоубийство — грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Соберутся все.
с амбразурой. Бедняки! Караваны! Бездомные! Только партия покажет нам в конце туннеля! Марксизм-ленинизм говорит! Скажите, а что марксизм-ленинизм говорит о безголовых мутантах, если ты не шпилевской линии? Ты что, мне не веришь? Ну, что за... Тишина! Хрень! Гад! Ищем! Пошли! Произошло. Ушел. Эх.
оторвало. Кошмары до конца жизни будут сниться. То есть... Сыпай не такой. Сыпать не надо, учиться.
за... Кто здесь? Вроде...
И сейчас они используют вас только для того, чтобы вы не могли пережить. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Вы умираете зря. Только наша партия поможет вам соединиться со своими семьями и завоевать счастливое будущее. Поможет вам соединиться со своими семьями и завоевать
Только наша победа поможет вам соединиться со своими семьями